Сегодня готовим десерт, который называется крем-карамель. Этот десерт готовится из простого набора продуктов – молоко, сахар и яйца. И получается очень вкусным. Итак, нам понадобится 250 мл молока. Можно готовить просто на молоке, но я беру 200 мл молока и разбавляю его 50 мл жирных сливок. Еще нам понадобится 2 яйца и 9 столовых ложек сахара. Сначала приготовим карамель. Для нее отмерить 4 столовых ложки сахара, залить 1 столовой ложкой воды, можно добавить немного уксуса и поставить на огонь. Тем временем подготовим формочки. Их нужно смазать сливочным маслом. Когда карамель стала слегка коричневой, наливаем ее в формочки. Через несколько минут она немного застынет и будет выглядеть вот так. Теперь готовим крем. В кастрюлю отмеряем 5 столовых ложек сахара, вливаем сюда молоко, нагреем его, чтобы оно было теплое и сахар растворился. Яйца слегка перемешать. Чтобы они не свернулись, добавим сначала немного молока, перемешаем, а затем вольем оставшееся молоко. Всю эту смесь нужно процедить через сито. Теперь наливаем в формочки. Сверху накроем фольгой. Ставим в форму. Наливаем воду, чтобы она доходила чуть выше середины формочек. Ставим в духовку на 50 минут при температуре 160 градусов Цельсия. Нужно, чтобы вода была горячая, но не кипела. Затем формочки поставить в холодильник на ночь. Так их можно хранить целую неделю. Чтобы достать крем из формочек, нужно зубочисткой провести по краям. Немножко потрясти. Вот наш десерт готов. Приятного аппетита!